Мошенники обворовывают пенсионеров. Вот еще один случай обмана. Пенсионерка отдала почти 7 тысяч долларов. Схема уже известная. Сказали, что дочь попала в беду и что срочно нужны деньги. Следом звонил лжеследователь, который якобы все объяснил. После этого мне начал звонить следователь, как бы, и говорить о том, что срочно нужны деньги для того, чтобы сделать операцию этой молодой девушки, которая попала в аварию, и моей дочке для того, чтобы закрыть дело. Сказал, что приедет курьер, чтобы я приготовила постельные принадлежности, в пакет поставить деньги, все, которые у меня есть, и мне необходимо было собрать 11 тысяч долларов. Естественно, у меня такой большой суммы денег не было, и мне пришлось собрать, сколько я смогла, 6900 долларов. Это состояние аффекта. Жертва мошенников отдает все, что есть. За два дня уже 4 обманутых пенсионерки и 510 тысяч рублей в руки неизвестному курьеру. В милиции предупреждают, если кто-то звонит с незнакомого номера, требует деньги, сразу кладите трубку. Перезвоните родственникам, которые якобы в беде. Можно и сразу по телефону 102 в милицию. Не отдавайте деньги мошенникам.